Добрый день, дорогие друзья! 27 января 2021 года исполняется 195 лет со дня рождения великого русского писателя-сатирика, публициста, критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. К этой дате в Сеневской сельской библиотеке подготовлена выставка-портрет «Правда его могучего слова». Первый раздел нашей выставки «Я писатель, в этом мое призвание» представит вашему вниманию книги о жизни и творчестве писателя. Личная жизнь Салтыкова-Щедрина не богата занимательными сюжетами. Почти все его сознательные годы были отданы писательству, сатирическому искусству. Второй раздел выставки «Критическая энциклопедия русской жизни» познакомит вас с произведениями классика русской литературы. Максим Горький, анализируя творчество Салтыкова-Щедрина, отмечал: «Щедрин шел в ногу с жизнью, ни на шаг не отставая от нее. Он пристально смотрел ей в лицо и горько, пророчески хохотал над всеми и всем. Невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи Щедрина». Писатель создал настоящую сатирическую энциклопедию русской жизни. «Он знает всю страну», – писал о нем Тургенев, – «лучше, чем кто-либо из современников. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России», – писал сам Салтыков-Щедрин. Высказывания писателя о России актуальны поныне. Убедитесь в этом сами, познакомившись с деревом афоризмов Салтыкова-Щедрина, украсившим нашу выставку. На нем растут листочки с самыми смешными и актуальными цитатами юбиляра. Приглашаю читателей посетить нашу выставку, познакомиться с биографией писателя, насладиться чтением книг Салтыкова-Щедрина, поучаствовать в экспресс-викторине по его сказкам.